По качах медицинское обследование станет более качественным. В городской больнице к середине июля планируют установить компьютерный томограф. Помещение для нового оборудования необходимо отремонтировать, чтобы оно соответствовало нормам. Стены уже покрыли специальной штукатуркой с содержанием свинца для поглощения вредных видов излучения. А также установили рентгензащищенные двери и окно. Помимо этого, руководство оперативно позаботилось об энергопотреблении. Силовой кабель идет прямо с трансформаторной подстанции. Он не связан с больницей и питает исключительно томограф. К слову, интернет в кабинете для дистанционной технической поддержки тоже настроен. А пока строители готовили помещение для проведения компьютерной томографии, врач Покачевской городской больницы прошел обучение. Компьютерный томограф, который поступит в наше лечебное учреждение, конечно, значительно облегчит диагностику проведения у пациентов. Это сократит и сроки проведения обследований. Ведь раньше для проведения данных исследований мы возили пациентов и возим до сих пор в Лангепас, в Нижневартовск. Это время, это расстояние, это и иногда бывает и жизнь пациента. К сожалению, информации в открытом доступе не так много, но тем не менее я примерно знаю, что это за аппарат. Я на похожем проходил обучение в Омской академии. Мне повезло просто заранее проходить, и я примерно представляю, какое будет программное обеспечение и возможности его диагностические.